День пауэрлифтера, мастера спорта международного класса по жиму лежа видновчанина Андрея Ильина расписан буквально по минутам. Его тренировки в спортзале в будни начинаются в 5 утра. Час разминка, дальше у нас подводящие подходы. Если это тренировка многовекторная и на обычный жим, и на в софт-экипировке, то это 3 часа минимум. Сначала обычный жим, затем мы переходим уже в экипировочный. Постепенно в сумме больше 3 часов и подсобные упражнения. Бицепс, трицепс, спина. Спорт – это отдых, спорт – это расслабление, спорт – это, знаете, как сказать, релакс со временем. То есть я, когда нахожусь в тренажерном зале, да, я отдыхаю. То есть мы с тренером вдвоем просто наслаждаемся, как бы мы отдых. Ну, спорт – это отдых, это просто отвлечение от всего, от внешнего мира. Когда я в спорте, я думаю только о весах, о достижениях и обо всем, то есть я расслабляюсь. Андрей Ильин увлекся спортом еще в 90-х, будучи школьником. Но, как это часто бывает, работа, семья и бытовые дела постепенно вытеснили из жизни регулярные тренировки. Вернуться в зал помогла жена. Она говорит: давай бросай все остальное, надо заниматься спортом. И в одночасье все бросил, ушел в спорт. Со 140 я похудел до 105 килограмм. Даже дошел, где-то было до 99, выступал на чемпионатах. Вошел во вкус, начал заниматься дальше по бодибилдингам. Затем Андрей Ильин увлекся пауэрлифтингом и с 2015 года стал регулярно участвовать в соревнованиях уже по этой дисциплине. 11 февраля он вместе с тренером занял первое место на чемпионате Москвы и области и установил рекорд России по жиму лежа – 240 килограммов в экипировке среди ветеранов, тех, кому от 45 до 49 лет. Ехали, конечно, мы получать элиту России. Элита России, нужно было пожать немножко на 20 грамм побольше, но то ли погода, то ли состояние здоровья, все это сказалось, ну, не пожали мы. 240 мы установили, нужно побить теперь свой рекорд 260, 280, ну и идти выше 300. В нем есть самое главное. Кроме системной монотонной работы, которая годами, он может прийти тогда, когда очень тяжело. Работа, проблемы, семья, еще что-то. Несмотря ни на что, он приходит. И вот в этом разница между среднего уровня спортсменом и высочайшего уровня спортсменом. Ну а в 9 утра Андрей Ильин уже на своем рабочем месте. Инспектором группы дорожного надзора ГИБДД наш герой трудится уже более 15 лет. Интересная работа, скучно не бывает. Каждый день что-то разное. Нет такого, что рутина, допустим, да, одно и то же. Допустим, там бумаги, то-то, еще что-то. То есть, ну, у нас либо обращения, выезды, много выезжаем и смотрим по обращениям граждан, много смотрим, где необходимо изменить организацию дорожного движения. В рабочем кабинете капитана полиции также все напоминает о его спортивном настоящем. Ведь без него, как и без службы, наш герой своей жизни не представляет. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.